Слава, привет. Я уточки купил. Ты приедешь или нет? Летом мы на рыбалку будем и отмечать Новый год. Я пиво куплю, мы нам там на рыбалку и пиво попьем. Девочки, собирайтесь, поехали Новый год отмечать с Виктором. Что ты сказала, Катя? С Новым годом! Витя, привет! С Новым годом! С Новым годом! Рыбачить будем, да? Папа, ты... где твоя удочка? Нету, у меня удочка дома. В Китае. В Китае? Да. Витя, ты в Таиланде, да, сейчас находишься? И как ты видишь уже, что уже отмечают китайский Новый год? Есть какое-то присутствие праздника уже? Ну, там везде вот это. Он оделся по-китайски. Что делает? Как называется? Хлопушка, да? Хлопушки, ну. Взрывали хлопушки, да? Да. В округе, да, везде? Да, да, вот. Там храм есть рядом. Я тебе ага, видел. Да, да, да. Правил, видел, там, да. Там музыка играла, что там, там еще было? Там церемония какой-то отмечают. Ага, ага. То есть первое, что ты увидел, это было хлопушки. А еще были какие-нибудь моменты? А, у каждого, у выхода двери, да? Ага. Там в нем был, поставили что-то. Свеча, да? А. Молиться было. А, подношение какое-то, да, было? Ну, да. Ясно. Еще ну, ладно. Витя оделся это, по-китайски. Это автоматически, да? Витя оделся по-китайски. Что автоматически? Ламба. Да, да. Она да. Днем и ночью горит, да? А, да. Я думал, где я? Не-не-не, единственное то, что ты можешь, это дальний свет и ближний свет. Да, да, все. Да. Просто я не включил, почему горит. Ты почему такой нарядный? Ты в честь Нового года оделся? Ну? Красиво так, в честь Нового года оделся? Это вчера было же. Поехали? Поехали. Вите, кстати, здесь очень нравится, мы здесь уже гуляли. Ему нравится то, что здесь все по-китайски написано. Посмотрите, какие арки. Чисто в китайском стиле. И везде по району дублируется все на иероглифах. Обмен денег. Кафе. Меню, даже говорят некоторые по вау. Даже некоторый обслуживающий персонал говорит по-китайски. Мы сейчас едем на рыбалку. Виктор где-то нашел здесь берег очень удобный. Купил для себя удочку, я не знаю. Кажется, только себе купил, но он меня тоже позвал на рыбалку. Виктор очень любит рыбачить. Он рыбачит в Китае, но, как правило, в Китае он рыбу поймает и отпускает, либо отдает местным, потому что вода очень грязная, и он ее боится кушать. В Таиланде вода почище, поэтому, я думаю, даже пойманную рыбу можно здесь съесть, зажарить и съесть. Так, Виктор купил одну удочку с Настей и за все сколько отдал? Тысяча? Ну, 55 долларов. 55 долларов отдал, окей. Идем к месту рыбалки. Ребят, мы находимся в парке. Городской парк. Написано «Трактор свин». «Трактор качели». Местные жители здесь приехали. Смотрю, вон в касках. Лежат, валяются. Здесь тоже пикник устроили. Да, ребенок вон. Здесь тоже вон молодые сидят, общаются. И Виктор говорит, здесь днем, говорит, народу много. Все лежат, все спят. Виктор, а там что такое? Храм. Храм? Красиво там. Ну, ты был там сегодня? Китайский Новый год отмечают уже. Ракушки закрыты они еще. Да, ракушки. Ракушки собирают. Ну что, ты выбрал место рыбалки? Где? Везде можно. Вот здесь, да? На пляже. Ух, вода здесь какая мутная, грязная. Виктор подготавливает снасти. Вот такая удочка у него. Круто. Где ты магазин нашел? Магазин где нашел? Я вот это косница хозяина, я спрашивал. Типа это. Это что такое? Я мясо купил, креветки. О, купил. Креветку купил. И мясо тоже купил. А мясо какое?
Где мясо? Кулица. А как это надо, прям в воду бросить, что ли, или как? Да. Ножнички купил, смотри. Все купил. Ты в Гуанчжоу рыбу ловил? Да. Ну, Гуанчжоу по-другому, там речная рыба. А здесь и моли, моли, рыба. Можно рыбачить на удочку в Таиланде? Наверное, не знаю. Узнаем, когда полиция придет. Почему не в ушко вставил? Это крепче же. Крепче, да? Да. Профессионал. Так, то есть ты, получается, сейчас делаешь, подвесил груз, да? После груза? Два-три крючка, да, идет? На шесть. На крючок будешь что-то одевать? Ну, здесь и по-другому же. Просто крючок и все, что ли? Да. Надо же корм какой-то. Кондо, ты видел, я там по-другому. Витя подготовил снасть, смотрите. На крючке я делал креветку. Разделал креветку и одел. Ну, будем тунца ловить, наверное. Тунца, да-да-да. Морского. Животного сейчас поймаем какого-нибудь. Так, отходите все. А то без трусов останетесь. Самый сложный момент. Забросить. Надо подальше забросить. Раз, два, три. Ловись, рыбка большая и прибольшущая. Молодец, профессионал. Теперь Слава рыбачит. Виктор доверил ему удочку. Подержать. Вероника попросила тоже. А что ты хочешь? Просто подержать? Да. Говорят, нельзя на рыбалку женщину брать. Представляешь? Вот смотри, это? Она как хорошо держит. Еще на корабль женщину брать нельзя, тоже не к неудаче. Да что ты говоришь? Может, вообще? Рыбак настоящий. Ник, ну как? Нравится? Ловится рыба? А что так тяжело? Тяжело рыбачить? Ты знаешь, рыбалка, она такая, понимаешь? Тут я надо... Я понимаю, тяжело. Не надо. Шевелить. Тут надо терпение. У тебя есть терпение? Нет. Нет? Хоть призналась, ладно. Вот в рыбалке самое главное терпение. Забросил и ждешь, пока начнет клевать. Потому что рыбки пока проснутся, пока корм увидят. Понимаешь? Ага, она стоит потом утро, да? Да. Вообще рыбалка идет рано-рано утром. Девчата, обязательно пойдем сходим на рыбалку в Китае. У нас же есть удочка, вы же помните? Нам подписчики. Подарили подписчики удочку. Возьмем удочку с Настей и пойдем в какое-нибудь место, будем рыбачить по очереди. Да. Я маленечко сомневаюсь. Кто такая? С Настей это вот леска, катушка, крючки. В общем, это все, в общем, называется с Настей. Я думала, что с Настей. Настя, я понял. Единственное, что я сейчас сомневаюсь в нашей рыбалке, ребят, то, что здесь никого нету, рыбаков нету. Хотя вон я вижу с удочкой, вон там таец какой-то. Да, вон, смотри, он там что-то там крутит, вертит. И мне вот кажется, здесь, там глубоко, здесь мелко. Да, там, мне кажется, надо туда было добраться. Ну, в общем, мы не местные, поэтому не знаем всех здесь прелестей. Вот видно, что он удочку забросил и поставил в какой-то такой держатель. Вот, поэтому я маленечко сомневаюсь в наших способностях. Но мы не унываем, ловим, да, Ника? А Виктор там что-то еще делает. Виктор, ты что-то делаешь, расскажи. А? Что ты делаешь? Ты решил... Мясо поменять на курицу, да? Да. А сейчас очередь Полинки. Поля держит удочку правильно. Поля, когда будет клевать, чувствую, начнет трястись, маленечко тянуть тебя туда, в море будет. Ну что, тебе нравится рыбачить? Удочка такая Ребята, мы направились к храму. Он настолько красивый, что мы хотим посмотреть все поближе. Я надеюсь, что там можно снимать. Местные приезжают и взрывают вот здесь вот бомбочки. Вот перед нами сейчас только что тут взрывали.
классно. Разрешили нам поснимать? Пойдем вовнутрь. Здесь видно подношения, все фрукты свежие. Благовоние так вкусненько пахнет здесь. Так интересно. Дочь все повторяла за мамой, ты видела? Прикольно. Шикарное место, очень красивое. Все по-китайски, ребята. Все, буквально все написано по-китайски. Интересно, как местные понимают, нет? Местные дяденьки говорят, что здесь бесплатно можно что-то покушать. А можно пить бесплатно? Смотри, лапша. Будешь пробовать? А. Бесплатно, говорят. А мы? Пахнет вкусненько. Да. Попробуешь? Давай попробуем. Окей, thank you. Пойдем пробовать. Попросила еще одну взять. Попить тоже бесплатно, да, дают? Давай попробуем. Ну давай. Как оно? Чуть-чуть сладко, но очень вкусно. Витя, ты тут рыбач? Ага. Мы поедем, детей уложим спать. Потом еще приедешь? Да, потом мы увидимся. Хорошо. Я тебе напишу в чат. Как рыбалка-то? Клюет, нет? Пока нет. Пока нет, окей. Ну все, давай. Городской парк называется Tractor Swing. Посмотрите, там трактор и качели. Трактор и качели. Вот, и я не знаю, что за символика такая. Я думала, сначала локацию неверно указали. Потом думаю, я же видела там трактор. Интересно. Время, ребят, 10:30, и народу все больше и больше прибывает. А Виктор у нас поймал рыбу, говорит. Сколько поймал? 5 штук. А посмотрите, у нас как вода-то прибыла. Ого. Ого. Ну показывай улов. Пойдем, покажешь. Виктор говорит, здесь улов. Врет, наверное, Виктор, ничего не поймал. Обманщик. Где рыба? Ветка. Ветка. Вон она. Ракушки одни поймал. Ой, маленькие рыбки. Пираньи. Какая рыба. Малявочки, малявочки. Так, ну кто это, ребят? Я даже не знаю, кто это. Три. Четыре. Ну, где четыре? Пропускай. Отпускать? Да. Двигай. Давай. О-о-о. Плыви, расти. Давай еще. О, вот это, подожди, прям интересно посмотреть. Это можно кушать. На, вот такая же. Это уже можно кушать, Виктор. Можно кушать, это. По-моему, не поплыла. А может и поплыла. Нет, ты что, они прям рванули, их даже не видать. Так, и такая же, как первая была. Расти! Ура! Ура! Новый год! Это интересно. Молодец! Так, сейчас, ребята, мы находимся у Виктора в гостинице. Сейчас заобзорим его номер. Гостиница стоит недорого. Сколько стоит в сутки? 120 юаней.
120 юаней. Свет, пожалуйста. Плюс. Темно. Так. Сразу же направо душ. Кровать большая. Душ совмещенный прямо на унитаз все будет капать. Окей. Раковина. Телевизор старенький. Это холодильник? Да. Холодильник. Кровать двухместная. А кондиционера нет? А, есть. Кондиционер. Ого. Телефон. Все есть. Так. Попить. Балкон. На балконе стоит кондиционер. И вот такой вид у Виктора. Нормально? Чай. Виктор нас угостил чаем. Я из Гуанду принес. Чай. Спасибо, Виктор. Это черный или зеленый? Вау! Почему все тайцы используют китайскую атрибутику? Везде иероглифы, везде. Это древняя традиция. У нас китайская традиция почти одинаковая. И старые люди, они понимают по-китайски. О, интересно. И в Вьетнаме тоже отмечают Новый год, китайский Новый год тоже. И Сингапур тоже. Вся Азия. 12 часов ночи, ребята, и Новый год начался. Фейерверки везде хлопают. Мне это так напоминает Россию, капец. Ура! Новый год! Все надо красное. Короче, Виктор сказал, лучше сидеть за красным столом. Может, тогда красные стулья еще возьмем? Сегодня мы вот так вот необычно отмечаем Новый год в Таиланде. Будем отмечать Новый год китайский. Ура! Набрали себе вкуснотищи. Это главный символ китайского Нового года. Да. Виктор, расскажи, у вас принято, я так понимаю, это кушать, да? На Новый год. Вот этим пельмешки. Я сам себе кушаю. А другие люди в Китае сейчас на севере, они пельмень кушают. Ага. А на юге там его шарики круглые. А. С Новым годом! Годом. В Макашницах продается вот такая вот субстанция в мешочках бледного цвета. И это оказывается фарш. Внутри какая-то зелень. Какая-то зелень стоит здесь. Как это описать? Ну, приправами пахнет. Ну, чесноком пахнет, сразу же скажу. И какой-то приправой. Вот это волшебство какое-то. Придает этому блюду кисленькое такое. Хэн хао чжи. Хунхунхохо. Как ладьяо и ян. Дзинь. В честь Нового года, говорит. По одной... Короче, говорит... Перевод. Мы не можем здесь, потому что еда закрылась. Все закрыли. А, мы кушаем, говорит, здесь, потому что... Мы не едим. Мы едим小 ладьяо, пьем пиво. Хунхунхохо. Желаем вам. Что значит хунхунхохо? Хунхунхохо. Ну, все лучше и лучше. Короче, говорит, если, говорит, кушаешь острое, и как будто у тебя жизнь как огонь. А, кипит, все. Мы чокнулись.
Твое здоровье. Ого, я проглотил. На, заешь пельмешкой. А надо, женщина. А наше застолье подходит к концу. Нам уже, наверное, пора спать. Время очень много. Да, уже почти время 2 часа. Время второй час. У меня уже глаза закрываются. И мы сейчас пойдем с Катей домой. Все. Спасибо. Спасибо, Виктор. Еще раз, с Новым годом всех. Еще с китайским раз, да. Новым годом. Китайский Новый год у нас с 15 февраля по 16 февраля. 16 сейчас февраля? Сейчас уже 16. Это да. 1 января. Это как 1 первый января. День, да. Первый день. Все. Новый год. Да. Новый год официально, начался, можно сказать, год наступил. Желтой собаки. Но здесь в Таиланде тоже все местные люди тоже отмечают китайский Новый год. Да, да, по восточному календарю, да, конечно же. Да, очень. Таиланд прям очень шумит. Везде хлопушки, везде фейерверки, какие-то церемонии проходят. Да. Очень интересно. Храмы, тоже интересно. И мы видео это постарались вам передать. Я думаю, что вам понравилось. И на этом закончим, да? Давай. Ну, все, ребята, если вам понравилось это видео, да, спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих видео. Всем пока.